Друзья, всем привет! Хочу вам показать еще одну экономную идейку. Не то, что экономная, она удобная. Мне нравится, я уже ей пользуюсь 1.5-2 года примерно. Вот как хранятся у меня. Не хранятся, а то, что надо у меня вот возле станка сверлильного, где я работаю, прямо возле верстака. Вот так вот висит. То есть, которые вот самые необходимые мне, допустим, сверла, там, лобзик или что-то остальное. Самые ходовые у меня вот здесь на планочке. Я купил одну планочку вот такую вот. Это планочка для ножей кухонных. Она стоит недорого, но пользы приносит очень много. Вот я ее прикрутил на 2 самореза у себя возле рабочего стола сверлильного станочка. И у меня висят самые такие ходовые сверла, которые я пользуюсь. Вот они мне нужны, допустим, я достал их там 5-6 штук, 10-15, и я ими пользуюсь, допустим, в течение этого рабочего дня или вообще, да, пусть висят, вот они, сверла. Пилочки для лобзика вообще шикарно, отлично. Потому что их вечно надо находить, они где-то валяются, где-то теряются, где-то то между сверлами не знаешь, куда их приткнуть. Вот даже с чехлами сверла. Очень ценное сверло у меня, очень дорогое с чехлами. Тоже. И вот я ее специально открутил только что перед вами со своей планки, вот это вот, где у меня ключи и все остальное. Думаю, покажу вам, потому что, ну, идея есть идея. Такого я вроде не видал. Всякие там коробочки, чехлы вставляют в дырочки сверла. Это как-то геморройно. Я не люблю этого, за то, что это все это дело. А вот такое вот мне понравилось. Ну, может, вам понравится. Все, всем пока. Экономные идеи с вами. Может быть, понравилось.